Вот, 29 января 2020 год, город Воронеж, единый миграционный центр, 9 января, 68 дом. Вот у нас здесь 10 окошек, работает только одно окно. Здесь просто девушка сидит. Вот, принимают только одно единственное окно 7. В восьмом окне никто не принимает. Сидит молодой человек, он просто сидит, у него даже до компьютера нет, он просто сидит. Вот, вот так работает миграционный центр. 9 января, 68, город Воронеж. Вот столько людей сидят. Здесь был мужчина даже, который ночевал. Сейчас время 12:30. Приняли только одного человека. Ой, 5 человек. Из них документы приняли только у одного. Остальных все даже не приняли их.